мы сейчас определяемся, то есть вот у нас на 2019 год, насколько помню по контракте, порядка 60 или 65 тысяч квадратов ямочного ремонта, да, который, в принципе, нам на сегодняшний день позволительно делать картами. Вот с картами мы сейчас определяемся и определяться будем еще, наверное, весь апрель. Какие участки дорог выполнить ремонт картой? Ямочный ремонт мы, вот, проработав вопрос в начале предыдущей недели, и решение приняли с подрядчиком запустить завод асфальтовый. И вот в ночь с субботы на воскресенье у нас работало по городу 6 бригад. То есть довольно-таки большое количество, то есть дефектов мы устранили. Устранили пока без подрезки, потому что понимаем, что вот сегодняшний ремонт, он все равно, ну, возможно, после полной оттайки дорог вот эти дефекты проявятся снова, поэтому нет смысла как бы тратить вот этих денег на вырезку. Список улиц сделали. Я назову улица, то, что видел своими глазами, улица Клубова, улица Горького, улица Возрождения, улица Можайского отрабатывались, улица Северная. На мост мы опять 80-летие заходили на мост, на Ленинградский путепровод, то, что там вот было. Порядка там 3 недель вот эти выбоины. Вот эти участки улиц мы сделали. С завтрашней ночи вернемся опять пока к литому асфальту. И будет работать одна бригада, продолжать устранять дефекты. А к ямочному ремонту полноценно вернемся конец апреля, то есть начало мая.